Гуч, иди ко мне. Гуч, иди ко мне. Ай, молодец. С юных лет Евгения интересуется животными. Еще с детства девушка постоянно ухаживала за бродячими собаками. Сейчас в доме живут двое взрослых самоеда – Гучи и Юмина, а также 25 щенков различных пород. По характеру энергичные, добрые, настоящие друзья для детей. Легко поддаются дрессировке. А из белоснежного пуха даже вяжут вещи. Привязаны к людям, ориентированы больше на человека, то есть это не вольерного содержания собак. Они постоянно ездят на съемки к деткам, на дни рождения, мы с детьми играемся. Гучи и Юмина обожают мясо и местную вишню. Отлично ладят и с другими животными – лисом, козами и кошкой. На съемках и детских праздниках с пушистиками частенько происходят смешные истории. Были мы в детской студии на дне рождения, то есть программа уже началась, там из первых конкурсов было перетягивание канатов с аниматором. И Гучи принял активное участие в этом, начал перетягивать канат, дети, конечно, визжали от счастья. Кроме собак, у Евгении проживают и лесные звери. Лис Мартин попал к девушке из Петербурга. Прежний хозяин-фотограф использовал лиса для съемок и содержал подопечного в квартире. Но позже из-за запаха животного и нехватки места в жилище хозяин подарил лиса Евгении. Проживает он теперь в вольере рядом с домом. А так как все лисы хитрые, куда-нибудь бежать, что-нибудь украсть, найти и все прочее. Мартин у нас известная звезда в городе Оренбурге. Его часто приглашают на съемки, когда у нас шубка обрастает. И недавно участвовали в съемках клипа «Маленький принц». Но никогда свою мечту не предам. Ваш наивный старый друг. Жду овации ваших рук. Публика нема и мертва. Друг маленького принца совсем не агрессивный, но прячется от людей. Он рос с собаками и знает все команды. А из еды предпочитает курицу, арбузы и дыни. Уже в дикой среде не сможет жить, потому что он привык, что ему мясо приносят регулярно, каждый вечер. Кормежка всегда будет, охотиться он не умеет. Еще одни звезды в зоопарке у Евгения – это две козы. От них отказались прежние хозяева. В начале проживания между животными были стычки, они делили территорию. Сейчас же козы живут вместе в полном согласии. Лёля с прошлого года, Мика этого года, пасхальный козлик. Можно их покормить? Конечно, в ручку набирайте, вот так на ладошке. Удовольствием, да? Конечно. Что еще любят? Морковку любят, сено сейчас едят, а так они бегают свободно, травку кушают у меня. Краснокнижный белохвастый орлан – один из питомцев Евгении. Туристы нашли птицу со сломанным крылом в Солилецке. Отвезли его в ветклинику, там сказали, что все, он уже не сможет никогда летать, то есть там ему верная смерть на воле. Привезли ко мне, так что он теперь живет, Кеша, попугайчик наш, переросток, кушает мяско, живет в вольере. Иди ешь, иди ешь. Забота о животных – это уже образ жизни для Евгении. И, конечно, постоянные хлопоты и рутина. Но ее дело поддерживают и разделяют все члены семьи и друзья. Елена Кудаева, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.